Для ряда предпринимателей доступ к муниципальным ресурсам – заветная мечта. На практике лавра победителя, как правило, достается крупному бизнесу, а малыши вынуждены остаются за бортом. На помощь малому и среднему бизнесу приходит специальная программа о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Посмотреть, как развивают свой бизнес победители конкурса, чего они достигли и есть ли экономический эффект от вложения государственных денег, отправился председатель Кабинета министров Иван Моторин. С подробностями Юлия Важенко. У этих предприятий малого бизнеса разная сфера деятельности. На одном производят стекло, на другом учат детей. Но оба они получили государственную помощь на развитие. Премьер-министр с интересом расспрашивал работников предприятия «Стеклосфера». Как условия здесь? Ну, сносные, скажем так, здание не новое. Зимой тепло, в принципе, летом не жарко. Ивану Моторину детально рассказали, как создается стекло и что на нем можно нарисовать. Сплошную матировку можно сделать, то есть полностью стекло прозрачное, делать его матовым. Используется в шкафах, купе, в кухонных гарнитурах, которые... А это промышленно не делается? Оно промышленно делается, но оно дороже получается. Как оказалось, продукция предприятия уже пользуется популярностью. Приезжают с районов еще, то есть в районах нету... конкуренции. Ну, то есть нет таких организаций, которые занимаются стеклом. Достаточно дорогостоящее оборудование. Вот, и все-таки приезжают все в Чебоксар, в основном в Чебоксар покупают. Следующий объект визита – детский развивающийся центр «Пиши, читайка». Он открылся только в феврале, но уже работает с полной нагрузкой. Замечательный детский сад. Условия, я считаю, не хуже, чем в муниципальных заведениях по какому-то комплексу услуг. Они намного востребованнее, интереснее для маленьких жителей города. Кубики Зайцева, песочная терапия, английский язык. Современные методики развивают детей. Здесь их даже кормят. Это выгодно и удобно всем. Потому что родители, первый вопрос, какой они задают, привозная у вас пища или готовится здесь? Естественно, готовится здесь. Это огромный плюс. Резюме по итогам поездки было кратким. И я вижу, что те 500 тысяч, которые были выделены в рамках федеральной программы и республиканской, они пошли по назначению. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.